ты когда перед тем, как вы вообще начали тут лезть ко мне, понятно? Не надо мне тут фотографировать. Вещи мне мои отдайте. Вы какое право имеете документы, забирать документы, мои вещи? Документы предъявите свои. Вы свои документы мне предъявили перед тем, как вы забрали у меня что-то? Предъявили вы мне свои документы? Вы неадекватные. Вы на учете состоите? Давайте. Психолога, нарколога состоите? Да, конечно, состоите? Конечно, у всех состою. Давайте. Вы вообще мусор. Реальный мусор. Давайте. На видео заснимем. Не снимайте, конечно. Вы вообще права не имеете вот это все делать. С ребенком тут стоите. Не стыдно? Не стыдно? А вы что, платите много денег, чтобы что ли ребенка содержать или что? Устройтесь на нормальную работу. Государство, я в декрете. Я в декрете. Вы вообще не человек. Это ваши проблемы. Вы не человек. Это ваши проблемы. Да, устраивайтесь на нормальную работу, работайте. Это мои проблемы, а вы не человек. Вы забрали мои личные вещи и даже документы мне свои не предъявили. Вы свои документы мне предъявили, когда я попросил вам показать. Я собралась за ними идти, вы мне не дали. Как вы собрались? Матери звонить? Да, у вас даже телефона нет. Я собралась и все убрала. Я пошла за документами, вы полезли ко мне в машину, перед этим не предъявили документы, забрали мои вещи, стоите здесь и что-то мне говорите. Вы не правы.